Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Джуз, и сейчас мы будем продолжать играть в симулятор эволюции акулы в Roblox. Я здесь немножечко прокачался, и теперь, чтобы сразу сделать эволюцию в начале видео. Так, и у нас ягодная акулка, получилось ягодная. Смотрите, у нас клубнички, но я поначалу подумал, что это у нас какие-то помидорки, но не тут-то было, это все-таки клубнички. У нас, правда, почему-то ночь. И, ребята, я прикупил себе сейчас... Ой-ой-ой, у нас крутой эффект, молнии повсюду, надо его выключить, чтобы нам не мешал. Включаем автотрейн и идем тренироваться, идем поедать наших... Кого это? Саламандр. Я, короче, понял, как работают вот эти вот жетончики, кто не знал. Короче, показываю, смотрите, вот сюда мы нажимаем, и вот здесь вот у нас есть бусты, почему-то никто мне в комментариях не написал, короче, вот здесь есть бусты, и мы можем на них купить. Вот 120 жетонов, например, на 15 минут мы увеличиваем себе поинты какие-то, или же, например, урон в PvP, или здесь получение мяса, как вы видите, я здесь... Его приобрел, у меня время тикает, и типа 5 минут, ну 9 минут вернее у меня есть, чтобы побыстрее на всех вот этих ребятах нафармиться, но мне уже надо вот этих дельфинов кушать, чтобы у меня нормально здесь прокачка шла, потому что смотрите, у меня вообще они мясо толком не дают, но зато мне дают опыт, а если мне дают опыт, значит я смогу в скором времени пойти и поедать этих дельфинят. Так, ну, акула у меня прикольная, конечно, прикольная такая клубничная акула. Реально прям фруктовые акулы у нас здесь начинают плавать. И смотрите, ребята, мне кое-что выпало супер-мега-невероятное на 200 миллионов. Вот такая у меня способность. Ну, я, наверное, со второго раза выбил вон там. Вот там стоит 4 секстиллиона кубков. И вот такая мне способность выпала. И мне очень-очень повезло с этим, потому что до этого мне было невероятно сложно прокачиваться. Ну что, у меня акула не идет сражаться с дельфинами. Видимо, все-таки надо какой-то там 15 уровень получить. Я не знаю, но пока я здесь прокачиваюсь. А спонсором сегодняшнего видео выступает лучший магазин по продажам самых дешевых робоксов с моментальной выдачей robux3.com. За 37 рублей вы получите целых 100 робоксов. Также Robux3 уже дважды проводил конкурс на 10 тысяч робоксов, и на этом они останавливаться не собираются. Скоро будут еще конкурсы, дабы все смогли выиграть робоксы. Заходи на сайт, делай выгодные покупки именно с robux3.com. Ссылочка на этот сайт, конечно же, будет в описании. Так, ну что ж, 15 уровень мы получили, но правда что-то у нас так и не решается наша акула пойти и атаковать дельфинов. Поэтому мы вручную с вами отправимся. Надеюсь, у нас получится. Ага, конечно, получится. Они меня просто ваншотают. Вот это у нас дельфины. Вот это я понимаю мощь. Да что ж такое-то? Какой уровень тогда надо получить, чтобы на них прокачаться? Я не знаю. Так, опять у нас эффекты все эти забагованные. Ладно, придется пока что кушать саламандры. Ну, хотя, смотрите, у меня написано то, что они медиум. Значит, я, в принципе, должен их побеждать. Но что-то у нас пошло не так, и у нас не получается побеждать наших дельфинов. Они слишком жестокие для нас какие-то оказались. И не получается с ними сразиться вообще никак. Но ничего страшного, я думаю... Ну, может быть, 20 уровень или 25 надо, чтобы потом они мне стали нормальны, и тогда я уже смогу с ними сражаться на равных. Дальше у нас вообще какие-то странные существа, большие и страшные, ребята. И чтобы я потом пошел к ним и посмотрел, что же за существа такие, сразился с ними, обязательно, ребят, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну и на канал заодно не забудьте подписаться, если будет много лайков. Но я даже уже не буду просить 1000, но 500 лайков, и тогда обязательно выйдет продолжение этого симулятора. Ну а если не наберет 100, тогда уж не выйдет. А пока я уже 17 уровень, уже почти что 18, мне чуть-чуть до 18 осталось.
и я все равно почему-то очень-очень слабенький. И мне не хватает сил, чтобы пойти на дельфинов. А тем временем у меня здесь наверху таймер-то мигает. 6 минут осталось всего лишь на прокачку. И мне этого, я думаю, вообще не хватит. Ну, жетоны копятся, но они копятся... Один жетон раз в минуту, и это очень медленно, очень-очень медленно на самом деле. Это надо очень много здесь провести времени, чтобы потом приобрести буст. Но можно его подарить, если вы, допустим, хотите подарить мне, заходите в магазин, сюда буст, покупаете и дарите его, там пишите мой никнейм, и тогда... Мне бустик придет. Ну или, например, я могу вам подарить бустик. Или вы там своему другу можете подарить, без разницы. Так, 18 уровень, да, уже почти что 19. Акулы мне все равно, ой, дельфины все равно мне не по зубам. Почему-то ягодная акула у нас совсем-совсем плохо справляется с данной задачей. Но, однако, мы сдаваться не будем. Сейчас мы 20 уровень получим и попробуем все-таки пойти на дельфинов. Попробовать с ним сразиться на равных. Надеюсь, у нас это все дело получится. У меня же еще способность крутая. Такие розовые молнии шарахаются. Скоро, кстати, уже утро настанет. Вон, видите, луна заходит у нас. И давай, день, наступаем. Мне не нравится ночь. Так, давай, поедаем здесь саламандр. Ну, больше половины опыта мы уже получили. И сейчас, в скором времени, вот, солнышко у нас выходит. Ура! И солнышком, возможно, у меня получится победить дельфинов. Так, еще совсем чуть-чуть осталось. Давай еще. Ну, я не знаю, сколько еще. 5 саламандр, наверное, да? Нет, даже меньше. Так. И последнее осталось, давай, есть, все, 20 уровень, ребята. Если я еще раз сделаю, нет, а все равно авто идет у нас. Опа, давай с дельфинами сражаться, бам, нифига они меня тут шпарят. Так, ну я тоже нормально по ним наношу урона. Одного дельфина мы смогли победить, но всего лишь одного. Но зато я уровень получил, так, знатненько. Мне, чтобы эволюционировать, надо 735 септиллионов, что ли это вообще, что за цифры такие, откуда они здесь взялись? Так, у нас и музыка началась, радостная, день наступил. Ну так, давайте попробуем все-таки с нашими дельфинами сражаться. Так, а ну иди сюда, дельфин, на, получай. Они вдвоем сразу начинают атаковать, засранцы такие, ну что вы будете делать, так... Блин, втроем напали, жестокие ребята. Так, давай кого-нибудь хотя бы я должен... Нет, не успел, смотрите, у него совсем капелька осталась. Но, однако, я уровни уже получаю нормально, и 15 септиллионов я получил, а надо 735. Так, не сдаемся, мы должны их все-таки... Поуничтожать. На, получай, дельфин. Так, а чё так плохо? Плохо атакуется. Так, есть, этого мы победили теперь тебя. И давай твоих собратьев тоже кушаем. Да нифига себе, смотрите, они какие жесткие. Я по ним вообще мало урон наношу, потому что они крутятся, вертятся. Вообще жесть просто, я не знаю. Какой уровень? Ну, видимо, здесь даже не 25-й нужен, наверное, 30-й какой-нибудь, чтобы против них нормально сражаться. Вот это они шпарят, здесь какая-то у нас жесткая акула огнем раздает. Так, она на спраутов идет, нифига себе. Вот это мощная акула, так. Я уже могу, смотрите, против них сражаться, но если они толпой нападают, то мне явно крышка. Так, давай, побеждаем. Жесть, они меня грызут со всех сторон. Ну, акула моя, давай, ты должна справиться. Так, есть еще кого-то мы победили. О, мы почти всех победили, хотел сказать, и одна, оказывается, выжила эта акула. Так, ну, смотрите, 25 уровень я так или иначе получил, а это значит то, что в скором времени я смогу их потом победить. Так, опять у меня молнии почему-то не выключились. Ну что ж, давайте атакуем. Атакуем, врыв, смотрите, меня просто все дельфины грызут, все, кому не лень, да как мне против вас сражаться-то, опять меня разгрызли просто в пух и прах. Наверное, все-таки надо оставлять на автотрейн, чтобы моя акула все-таки подкачалась до 30-го, может быть, уровня, или даже 35-го, чтобы мне было полегче. Ну а прежде чем... Я хочу пойти все-таки пооткрывать у нас немного эффекты. Может быть, мне что-нибудь годное да выпадет. Смотрите, я здесь... А, вот со второго раза мне упал вот этот мистик.
А с других разов мне вот эти два упали, но они не очень крутые. Ну что ж, потратим сюда несколько... О-о-о, вот еще у нас упала рарная, и это хорошо. Потратим несколько у нас кубков, может быть, что и годное нам выпадет. Но, я не знаю, мне кажется, круче вот этого уже ничего не выпадет в ближайшее время, потому что я, кстати, ни разу не открывал вот это последнее. 0,01%. Это вообще нечто невероятное. Так, ну и у меня не так много кубков, чтобы здесь все наоткрывать. Но все равно мы потратим, потому что первые у нас здесь дадут 100% вот это и так далее, и там подобные кубки обязательно, обязательно, обязательно надо открывать, иначе никак, ребята, иначе никак. Ну что ж, я здесь посливаю кубки, потом покажу, что я открыл. Ну что ж, ребята, у нас здесь последнее, последнее открывание, и все, у меня закончились кубки. Давайте смотреть, что же мы выбили. Сразу мы улучшаем все. И вот такие у меня результаты получились. Ну вот здесь мы выбили еще одно, да, у нас оно улучшилось до X2, 277 миллионов теперь дает. Вот это, в принципе, тоже хорошо так улучшилось. А это почему-то у нас не улучшается. Здесь замок висит на них, ага. Я понял, 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 но они нам совсем не нужны. А вот эти у нас хорошие, в принципе, хорошо улучшились, но... Наша способность, она все равно не изменила, не изменяется, не... Давай дельфина мы едим, все. Нашу способность мы не поменяли, потому что она осталась также очень хорошей. Так, давай, смотри, дельфинов мы уже уничтожаем хорошо. Надеюсь, что мне сейчас полегчает, и я смогу с ними справляться. Да нет, смотрите, мне все-таки надо автотрейн как-то на них ставить, а автотрейн на них не идет. У меня все равно автотрейн идет на саламандр, потому что с ними легче, а дельфины вообще сумасшедшие, и надо по-любому, ну, 30 уровень, я думаю, надо получить, чтобы против них сражаться. Ну что ж, давайте тогда сейчас... Я прокачаюсь быстренько до 30-го, и мы попробуем уже начать сражаться против дельфинов. Ну что ж, ребята, короче, я прокачался до 40-го уровня, и теперь я могу спокойно здесь побеждать этих дельфинов, и они... Ну, они причиняют мне еще опасность, но все равно не настолько, сколько могли бы. И сейчас, чтобы ускорить свою прокачку, я хочу купить буст. Покупаю буст... И на мяско, да, чтобы у меня побыстрее началась моя эволюция. Так, давай мы начинаем кушать дельфинов. И, кстати, я еще здесь заметил такую вещь, что можно делать апгрейд. Сюда нажимаем, и, короче, у нас становится X10, но для этого нам нужно потратить... 5000 этих жетонов. 5000, это просто жесть какая-то, если мне дают один жетон один раз в минуту, а здесь целых 5000 жетонов надо. Это же как так, сколько же надо играть? Хотя, может быть, дальше у нас будут какие-то бусты на это или еще что-нибудь, я не знаю. Ну, может, как-нибудь мы жетоны будем быстрее получать. И тогда мы сможем апгрейдить наши бусты. А так это, в принципе, прикольно, прикольно. И смотрите, вот теперь наконец-то у меня нормально пошла прокачка. Наконец-то нормально. И вот смотрите, по 3700. До этого мне вообще просто так мало давали, так мало прокачки. Это просто жесть. А сейчас, пока я вам вот показывал, я уже почти что до половины прокачался. Надеюсь, так оно и будет дальше. И мы сможем побыстрее, побыстрее добраться до следующего этапа эволюции. И мы пройдем, наконец-таки, этот уровень. И потом... Потом надо будет еще проходить уровень, потом еще, и еще, и еще, наверное. Я там подплывал, смотрел, там вообще жесть. Я не знаю, когда закончится эта игра, когда мы уже придем к концу. Но, блин, пока что мы просто с вами прокачиваемся, вот нас уничтожают. Я не знаю, это как-то слишком дико пока что, слишком дико получается. Так, опять у нас все настройки исчезнут, надо побыстрее все перезапустить. Ну что ж, давайте плывем. Плывем, 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 давай, акула, быстрее, у меня бусты включены, ты должна победить, давай, плыви, 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 мимо креветок, что так медленно плывет, ребята, что так медленно, так,
Ну что, ты доплыла, давай поедаем дельфинчиков. Мне надо за 10 минут все-таки добраться до эволюции, ребята. Это просто... Мне обязательно нужно добраться до эволюции. Ну что ж, я сейчас буду эволюционировать. Ну что ж, ребята, все, наконец-то я накопил, и у меня еще осталось 7 минут в запасе. И мы превращаемся с вами вот в такую черную-черную акулу. Итак, давайте посмотрим. Вау, вот этот эффект классный. Правда, он мешается, надо его отключить. Так, надеюсь, он не будет постоянно появляться. И вот такая мы черная акула. И, наверное, нам еще одну... Воу, что она делает? Смотри, у меня... Во что она превращается? Так, 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 жестью штормит просто. Это молниеносная акула. Молниеносная акула, я просто всех здесь поел за секундочки. Да, это жесть, а не акула. Так, офигеть, я просто за секунды просто поедаю здесь все, что можно. У дельфинов больше нет никакого шанса. Это электрическая акула, которая съедает все на своем пути. Смотрите, давай, появись, акула. За секунды мы ее съели. Так, 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 вот здесь появилось две акулы. Их больше, ой, два дельфина, их больше нет. Просто моментально целый пак дельфинов мы с вами уничтожаем. Это самая смертоносная акула, которую я вообще когда-либо видел в этой игре. Жесть, это жесть, ребята. Ну и прокачиваться, конечно же, нам придется очень-очень долго, потому что 57 октолеонов надо, а я еще только 0,7 септиллионов получил. Это, я не знаю, это нечто невозможное, наверное. Пора идти и покупать себе способности новые, потому что, ну, это уже нереально медленная прокачка у нас получается. Но в любом случае мне придется здесь 5 минут прокачаться. Ну, потому что по максимуму потратить свой буст, который я взял. Иначе никак, хоть как-то мы с вами получим. А потом я пойду открывать способности и попытаюсь дальше пройти и прокачаться. Ну что ж, ребят, я думаю, на сегодня можно заканчивать, потому что дальше уже очень-очень долго будет занимать прокачка. Надеюсь, вам понравилось, вы лайки поставили, комментарий написали, на канал подписались. Но не болейте, не скучайте. Пока-пока.